В Доме детского творчества Каспийска прошел новогодний концерт для ребят из малообеспеченных семей и детей мобилизованных граждан. Мероприятие было организовано совместно с комплексным центром социального обслуживания населения. С наступающим праздником гостей поздравил настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери иеромонах Иоанн. Желаю вам, чтобы вы в новом году успешно учились в школе, слушались родителей своих, и чтобы росли хорошими гражданами нашего государства. Начался праздник со спектакля «Дюймовочка», который подготовили воспитанники творческого объединения «Солнышко». Вместе с героями сказки, кротом, ласточкой и жабой, юные зрители отправились в путешествие, наполненное танцами и песнями. В завершении спектакля в зале появился Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, которые помогли детям зажечь елку. Также воспитанники центра подготовили насыщенную танцевальную и музыкальную программу. В нее вошли номера ребят из творческого объединения «Балетная гимнастика» и стихотворения от воспитанников кружка «Дошкаленок». Кроме того, новогодние песни зрителям подарили участники объединений «Чирак» и «Радуга звуков». Это способ подарить каждому ребенку капельку счастья, радости и добра. Я от всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю мира, добра и благополучия. Завершился праздник веселым хороводом с участием сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки. Также зрители могли сделать памятные фотографии в фотозоне, созданной воспитанниками Центра детского творчества. Анастасия Сидоренко, Сиражудин Магомедов. Новости, телеканал «Среда».